How are you? I'm really good. Pitch is really nice. It's not cold. Perfect game. Ready to win? Yes. We need to win. Every game is a final, so we need to win in our stadium. We need to do good things, so we'll do everything for win today. Как молодежка вчера сыграла? Как вам? 3-2 выиграли. Нормально. Да, красавцы. Но чуть-чуть не хватило. Завершили сезон, молодцы. Но чуть-чуть не хватило до третьего места. Ну ничего, главное не расстраиваться. В следующем сезоне будет лучше, 100%. Доброе. А где там неплохо? Он вернулся. Пока не в той форме, но уже где-то. Что, попадешь на линию? Нет, на линию. Николаевич пока ничего не говорит. В радиус. А? В радиус. Давай. Давай. Не дает. На линию? В радиус. В радиус. В радиус, да. Четырки по атаке. Не дойдет. Со второй пойдешь? Я понял. Папа, еще один. Было. Попал, было. Локомотив по-прежнему без Дюк. Большая лестница для расслабления. Ну, к сожалению, немножко не хватило времени для того, чтобы полноценно Дюк подвести. В полной готовности к матчу. Начинает рассчитывать на то, что будет готовиться полноценно. Что касается соперника, конечно, очень дисциплинированная, организованная команда, как раз физически готова. Поэтому нам предстоит очень тяжелый матч, но мы от своей цели не отходим. Нам сегодня надо побеждать, потому что радовать мы своих болельщиков при домашнем матче. Thank you.
Thank you.
что, можешь с капитаном поздороваться? Я этой команды. Только!
такая победа. И... Слушайте, мы поставим себе задачу набрать форму в этом сезоне. Проиграться, чтобы в следующем сезоне мы могли добраться до чемпионства или заработать для нас каждый раз. Дима, то есть могли пропустить, и вот как видите, забили в свой момент. Поэтому надо сказать, что вся команда молодцы, боролись, то, что и хотели борьбу, старались выигрывать, как знали, что так может быть за борьбу, поэтому все ребята молодцы, спасибо. Победа из победы. Yeah.